Премьер-министр Юрий Лянко провел сегодня заседание комитета по надзору за проектом поддержки программы дорожного сектора. В ходе встречи обсуждались этап реализации работ по восстановлению дорог страны и качество ремонта. Премьер потребовал от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры применять все имеющиеся инструменты для того, чтобы исполнители соблюдали установленные в контрактах сроки. Правительство, возглавляемое Юрий Лянко, взяло на себя обязательство построить 130 километров дорог в первые 100 дней правления. Нынешние контракты по восстановлению дорог предусматривают завершение работ в 2014 году. По словам членов комитета, следующий этап ⁇ получение фондов на работы по освещению участков трасс, в особенности опасных и оживленных.